общем, друзья, что я показывал насчет загиба, видите, какая она? Вот. И сейчас мы ее на вот эту стеночку подгоняем вверх. И она вот так обнимает прям. И вуаля. Значит, надо пару гвоздиков закрепить. Держит. Вот здесь вот этот живот, ничего страшного. Я хочу сделать откос 90 градусов, поэтому оно мне даже лучше, что так. То есть, чтобы минимально шло затрат на материал, проще вымерить один раз, отмерить, согнуть, откусить и все. Сейчас я немножко закреплю и покажу вам со стороны, что получается. Это, кстати, очень важный атрибут в ремонте саманного дома. Просто он необходимый. Без него это не ремонт будет. Это будет килограмма. А вообще, в принципе, если у вас дохрена денег, постройте новое строение и не парьте себе мозг. Если гвоздь, кстати, согнулся, вот так догинаем его и забиваем прям в стену. Поверьте, все очень даже хорошо держится, прям очень хорошо, грех жаловаться. До верха я уже не достану. Сейчас смотрите вблизи. Вот видите со стороны? Так оно по откосу прямо легло. И низ тоже нормально. Фигово видно. Вот видно, да, сеточку? И угол нормально получился. И дальше вверх закрепим. Там уже пойдут большие гвозди. 150 и больше. Ну ты чего? О! И вот здесь аналогично. Вот она. Сетка идет. Хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Вот сейчас я загнул, оно вот так было оттопырено, да, чтобы не откусывать. И чтобы оно вот так вот не торчало, не играло, не мешало, ну мало ли в общем. Берем вот так вот краешек, загинаем вот так. Вот так примерно. И забиваем. Вот. Оно отлично держит. Я уже тут кое-где как бы загнул заранее, чтобы время ваше не отнимать. Вполне таки, кстати, очень удобно. Единственное, что если она плохо загнута изначально, она может не везде. А так, в принципе, очень даже.